предыстория такая. Живете вы, допустим, в Пушкинском районе Московской области. Ну и приходите вы мусор выкинуть, вам надо мусор выкинуть. И вот типичная история, что от этого получается. Вот приходите вы на помойку, а вместо контейнеров у вас вот покрышки, у них папоротники растут. Вот. Вот, видите, смотрите, видите, все. Вот, типичная история, да, и анютины глазки еще. Для красоты, вот. Типичная история. Господа. Вот так вот оно и будет со всеми. Совершенно типичные, тут уже половин помоек, по-моему, и нету. Вместо них вот что-то или такое, или похоже, или просто асфальт. Закатано все в асфальт иногда бывает. Вот. Такие дела. Тушите свет, в общем.